Мы с вами виделись лет 7 или 6 назад, правда? Больше. Больше? Сколько? Может, 8. 8, может быть, да? И мы с вами там одну проблему решали, да? После которой вы 7 или 6 лет вообще не пили ничего, нет, да? Грамм. Вообще. Не грамм. Как вы говорите, табу было, да? Табу. Табу было. Эти 6 или 7 лет, уже трудно вспомнить, были хорошими для вас, да? Нормальные, конечно. Машину Nexia купили, да? Да. Да. Сад купили, да. Правда? Дом построил. Дом построил. Да. Дома все хорошо, да? Все нормально. Семейные отношения хорошо. Хорошие, да? Да. Супруга радовалась вам, да? Да, все, да, хорошо. И вот 6-7 лет вы жили, не тужили, и подумалось вам, наверное, я здоров, выздоровел. Да. И решили вы, ну, водочку вы не пили, нет, спирт не пили, как нет, раньше, нет, а думаете, красного винца я, наверное, немного попробую. Да. Наверное, уже здоров я. Да, да. И вот попробовали вы красного винца, и что было потом? Тяга появилась. Тяга появилась. Да. И вот год уже, как вы начали выпивать, правильно? Да, да, да. Да. То есть оно... То через день, то каждый день, да, винцо появилось, да, да, в вашей, да, жизни. Ну, я, дорогого, не пил оно. Ну, там, да. По 130 рублей. Ну, да. Ну, недорогое. Оно недорогое, но ну, каждый день через день выпивший. Дело в том, что у меня стало сердце как бы пошаливать. Ага, ага. Я решил это... Ну, надо, да, прекратить. Надо снова табу сделать. Да, 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 да. Да и супруга сказала, иди-ка ты к Виктору Владимировичу. Да, да, правильно, да, так, да, и сказала? Так и сказала. Ну и вы она, подумали и думали... Она, Виктор Владимирович, она не знает, она говорит, иди к Гужагину. Иди к Гужагину, не знает Виктор она Владимирович. Гужагина знает. Гужагина знает, Виктор Владимирович не знает. А мы с ней тут вроде вместе были. Хочу сказать, что вы молодец. Вы длительно не употребляли алкоголь. Да. У вас это все на пользу пошло. Да. Сад, машина, дом, семья, все нормально. Все нормально. И у вас просто, ну, такая возникла идея, что вроде как болезнь прошла. Да. А она никуда не делась, она только притаилась. Да. Сидит и ждет, как змея. Да, вот, под где бы ужалить, под полом, да, где бы ужалить человека. Мы сейчас это все прекращаем, правильно? Правильно. И будем опять табу держать, да, на алкоголь. Да, да. И будет у нас еще один дом, еще машина. Совершенно. И еще сад у нас. Все у нас будет, да? Да, совершенно. И 77 лет вы отпраздновали на днях. Да, и да, еще 77 лет проживем. Да? Правильно? Вот такой у нас план. Вот это да. Вот это у нас такой план. Избавление от алкогольной, пищевой, никотиновой зависимости. Анонимно, индивидуально, за один сеанс. Доктор Гужагин. 89 72 52. 89 72 52.